Galaxy Wind Hard Reset. Чтобы сделать сброс настроек, нужно попасть в рекавери, либо в меню его напоминающее. Для этого зажмем ему. Кстати, комбинаций может быть несколько. Может быть плюсы питания, минусы питания, плюс-минусы питания. Попробуем ему плюс и питание. Две клавиши держите, пока не загорится экран. Экран загорится, питание отпустить, а плюс продолжить держать. Загорелось вот такое меню из трех строчек. Я сейчас поближе покажу. Recovery, Fastboot и Normal. Кнопка громкости вверх, вы перемещаетесь по меню, а кнопка громкости вниз выбираете. Так, давайте чуть назад. Навели на строчку Recovery, кнопка громкости вверх, и нажали вниз. Ждем, пока включится само рекавери. Загорелся зеленый робот. Дали ему чуть полежать, возможно, он включит сам. Вот, рекавери. Если нет, то используйте комбинацию клавиш, либо по отдельности клавиш. Сначала питание. Питание не сработает, вверх. Вверх не сработает, используйте нижние сенсорные клавиши. Клавиши не сработают. Питание зажать и коротко нажать вверх. Питание. Ведь сработало питание, если нет, то действуйте по перечисленному мной списку. Опускайтесь вниз до строчки Wipe Data Factory Reset. У меня клавиш немножко заезжает. Wipe Data Factory Reset. Нажимаете вверх. Если вверх не сработаете, то используете ту же комбинацию, как я говорил. Питание, вверх, сенсорные клавиши. Одна из них сработает. Здесь куча строчек новых. Одна строчка ESDelete User Data. Я сейчас сбрасывать не буду. Я выберу любую строчку новую, потому что никак бы нет необходимости его сбрасывать. Вам выбор строчку ESDelete User Data. Выбираете, он делает сбросы. Так, питание не сработало, пробуем вверх. Сработал вверх, если нет, то сенсорный клавиш. Значит, несколько моментов, которые нужно знать перед сбросом. Первое, значит, телефон должен быть заряжен, чтобы сброс не прерывался. Прерывать нельзя, если прервете, получите кирпич. И только прошивать, иногда прошивка не поможет. Вот. Второй момент, так как инструкция универсальна для многих аппаратов на МТК, плюс и питание именно, почти ко всем, наверное, подходит, то имейте в виду, если у вас Android 5.1 и выше, перед тем, как делать любой сброс, любую прошивку, нужно выйти из учета записи Google. Меню настройки аккаунта и в правом верхнем углу кнопка с тремя точками «Удалить аккаунт». Если этого не сделать, то после сброса либо прошивки он будет просить старую учетную запись и пароль от нее. Если вы ее не знаете, то он будет заблокирован, просить гугловскую учетку. Если не знаете, вам придется идти в мастерскую, либо пытаться самостоятельно разблокировать. У меня есть плейлист ФРП Google на канале, там есть два десятка способов, возможно, один вам поможет. И последний, наверное, момент, который нужно знать. Сброс уберет лишь мелкие неисправности, мелкие косяки, какие-то пин-коды, графические ключи, именно по мелочи. Для чего-то более серьезного нужна прошивка. Я ему выбираю Reboot System Now. Оп, кнопка громкости вверх. Он перезагрузится, доделает нужные мои операции и включится чистый, как с витрины. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал.